твоей, уиньем же бедая деться. Думал часами на лавочке своей, уиньем же бедая деться. Алкаш из Теннесси, Уильям Алкаш из Теннесси, пусть лопнет голова с похмелья, пусть выстрелит в мозги душа свои. Давлением, но не пропьет Уильям любимую кассету. С лестницей до неба Ахмед Зеппелин. Не пропьет Уильям любимую кассету. С лестницей до неба Ахмед Зеппелин. Алкаш из Теннесси, Уильям Дэвидсон. Алкаш из Теннесси, что лучше, рок-н-ролл или портвейн? Они как одной огромной лестницы. Можно попросить Иван потяни по нормальному голосу. Тебе повстречается на ней Уильям же бедая Дэвидсон. Однажды и тебе повстречается на ней Уильям же бедая Дэвидсон. Алкаш из Теннесси, Уильям Дэвидсон. Алкаш из Теннесси. Куда? Ну, эльфийская вера в нашем музее тоже присутствует. Почему ты аккордами играешь немножко хуже, чем классику на гитаре? Ну, у меня-то слуха нет вообще. Это твое впечатление. Да? Это сделано наружно. А, это... Ну, Сида тоже играл на расстроенной гитаре. Не в этом дело. Нет, Сида специально на вандализме расстраивал гитару. Подход... Нет, а мат-ход или... Я... Сам подход к вещи... Ну, что тут объяснять? Ну, ты мне объясни, я же не музыкант. Это же черноватый юмор. Я умею только собаку подставлять. Он во всем черноватый юмор, во всем. В подходе подачи гитары, вокала и всего происходящего. Подачи материала. То есть это же юмор, как бы ты его ни принимал. Для тебя он белый, черный, серый. На самом деле это просто юмор. Это прекрасно. Нет, ну я просто вижу, как играется классика и как играется аккорд. А я даже могу пояснить. Вот мне вчера чел в метро сказал, чем отличается питерский аск от московского. То есть московский аск, он знаменателен тем, что там надо играть правильно, а в питерском аске последнее дело, что надо делать, это играть правильно. Делай от души. От души. А иначе не будет авангарда. Вот так сказал тот чел. И, блядь, он этот прав. Чел был прав абсолютно. Ну, Пенза в Санкт-Петербурге. Музей Пса.